на стадионе Signal Iduna Park, где редко встретишь плохой футбол. Надеюсь. И вот состав Дортмунда. Тренер явно решил подстраховаться и выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. Крайне стартовый состав гостей. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Мы на стадионе Signal Iduna Park, где редко встретишь плохой футбол. Надеюсь. И вот состав Дортмунда. Тренер явно решил подстраховаться и выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. Крайне стартовый состав гостей. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Мы на стадионе Signal Iduna Park, где редко встретишь плохой футбол. Надеюсь. И вот состав Дортмунда. Тренер явно решил подстраховаться и выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. Крайне стартовый состав гостей. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Мы на стадионе Signal Iduna Park, где редко встретишь плохой футбол. Надеюсь. И вот состав Дортмунда. Тренер явно решил подстраховаться и выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. Крайне стартовый состав гостей. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Партнеры и ищут передачи. Понимают, Ройс их не подведет. Это вне игры. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Смотрим за атакой. Стремительно она развивается. Терпеливо ждут они своего шанса. Выбивает мяч игрок. Пересек мяч боковую линию. Аканджи. Пишчик. Хорошо мяч перехватили в атаке.